Югре предложили создать единую карту спортсмена. Инициативу озвучил Юрий Слюсарь во время приема граждан, который провела Наталья Комарова. В Лангепасе такой проект уже работает. По аналогии с пушкинской картой, молодым людям от 14 до 23 лет предоставляется право занятий спортом как в муниципальных, так и в региональных учреждениях. В Лангепасе этот проект уже запущен как пилотный. С 1 июня текущего года 59 молодых людей уже получили эту карту. Занимаются спортом как в спортзале, так и секции, так и посещают бассейны. Условия этой карты там у них не более двух раз в неделю может посещение быть. Очень хорошо, что уже есть практика применения этого проектного решения. Я поручил заместителю губернатора Елене Шумаковой вместе с вами изучить этот проект и предложить, как его можно внедрить в по региону и предложить другим регионам использовать. Еще одно предложение в области спорта касается обеспечения наставников именитых спортсменов. Сайора Ахмедова из Ханты-Мансийска предложила закрепить право на пожизненное материальное обеспечение за счет средств бюджета Югры тренеров, подопечные которых стали победителями и призерами Олимпийских игр или получили высокое звание российского или международного уровня.